TikTok стал официальным партнером Gakkudaosu 2022. Спустя 3 года, в честь возвращения крупнейшего музыкального фестиваля в Центральной Азии, TikTok запустил хэштег-челлендж Gakkudaosu 2022. Условия очень интересные. Участникам конкурса нужно было снять видео о важных событиях, которые успели случиться в их жизни, пока они ждали фестиваль, и поделиться ими на популярной платформе. В результате было объявлено 2 победителя. Эти счастливчики смогут пройти за кулисы фестиваля и встретиться с любимыми артистами. Но мы также не могли не показать вам еще несколько отличившихся видео. Поздравляем победителей! К слову, помимо наших креативных участников, челлендж поддержали и отечественные артисты. Среди них Аким, Канай, Мариар, Джаманти, Альфа и группа Инки. Они поделились важными событиями, которые произошли с ними за последние 3 года. А какие изменения были у вас? Кстати, дорогие зрители, вы тоже можете использовать хэштег Gakkudaosu 2022 и постить свои фото с фестиваля, который состоится уже завтра. Напоминаем, хедлайнером вечера станет Джа Халиб. Ваши любимые артисты встретятся на одной сцене. Gakkudaosu 2022 ждет вас. Итак, 17 сентября в 17:00 площадь Астана. Увидимся!